Полномочия вице-премьеров в новом составе правительства – это распределение их ответственности за выполнение национальных программ и проектов, определенных майским указом президента. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Речь о новом документе, который Владимир Путин подписал после инаугурации. Он определяет основные направления развития страны до 2024 года. Итак, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, а еще госрегулирование рынка алкоголя. Вице-премьеру Юрию Борисову поручили оборонно-промышленный комплекс. Зампред Кабмина Татьяна Голикова займется национальными программами по демографии, здравоохранению, образованию и науке. Ольга Голодец – вопросами культуры, спорта и туризма. Виталий Мутко будет работать над нацпроектом по жилью, строительству и ЖКХ, а также над развитием регионов. Максим Акимов будет курировать национальную программу «Цифровая экономика», в том числе вопросы предоставления госуслуг, а также транспорт и связь. Юрий Трутнев будет заниматься развитием Дальнего Востока и Российской Арктики. Алексей Гордеев возьмет на себя вопросы сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и экологического надзора. Дмитрий Казак возьмет на себя вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, а также промышленностью и технологическим надзором. И, наконец, вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы Кабмина.